Сегодня особенный день для среднепрофессионального колледжа Северокавказской государственной академии. Ровно 60 лет назад, когда он еще назывался Черкесский политехнический техникум, он раскрыл двери первым студентам – каменщикам, плотникам, штукатурам и мастерам отделочных работ. Тогда перед учебным заведением стояла очень важная задача – оперативно восполнить кадровый дефицит по этим профессиям, с которой образовательное учреждение, несмотря на сложности, сопутствующие тем годам, блестяще справилось. Мадина Каракетова далее. В день 60-летнего юбилея образовательного учреждения те самые наставники, которые стояли у истоков, были самыми почетными из приглашенных. Фоном звучит, как здорово, что здесь мы сегодня собрались Олега Митяева, что придает особенный шарм этой встрече. Здесь специалисты, преподававшие в разные периоды, и студенты, получившие в этих стенах свою первую профессию и путевку в большую самостоятельную жизнь. Хочу в первую очередь низкий поклон свой обратить к ветеранам нашего колледжа. Вы очень тепло сегодня отзываетесь о нашем учебном заведении. Все, что вы сделали в свое время, мы достойно несем и пронесем дальше. В юбилей среднепрофессионального колледжа в адрес его преподавательского состава и студентов поступило множество поздравительных адресов. Депутат парламента Карачаева-Черкесии Алексей Ганшин зачитал поздравления от главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Вы верно храня традиции старшего поколения педагогов, делаете все для того, чтобы обеспечить республику и впредь подготовленными, квалифицированными кадрами для промышленных и автодорожных предприятий Карачаева-Черкесии, развивая не только образовательный потенциал молодежи, максимально реализуете творческие способности студентов, в том числе в спорте и волонтерской деятельности. От всей души желаю коллективу колледжа дальнейших совместных успехов и новых побед. Менялись руководители, наименование колледжа, методики обучения, но колледж всегда достойно выполнял свою главную задачу – готовил высокопрофессиональные кадры для всех отраслей экономики республики. Колледж по праву может гордиться своей историей, отметила министр образования Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Сегодня среднепрофессиональный колледж СКГ остается таким же востребованным, как и во все эти десятилетия. Здесь реализуется 16 образовательных программ в очной и заочной форме обучения, 1500 обучающихся, ежегодно колледж выпускает до 300 специалистов. Самым основным результатом являются те проекты, в которых мы участвуем. Наши студенты являются победителями всевозможных конкурсов профессионального мастерства. Наши преподаватели – победители, второй год мы остались победителями всероссийского конкурса «Мастер года». Это те маленькие капли, те маленькие шаги, наверное, из которых пишется история. Не только грамоты и премии получили в праздничный день преподаватели колледжа. Благодарные студенты, отличающиеся не только в учебе, но и своими талантами, организовали яркий концерт с эстрадными и танцевальными номерами. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибуков, Вести, Карачаево-Черкесия.